Напряженные внешнеполитические отношения заметно поменяли ситуацию на рынке. Целый ряд продуктов оказался запретным для ввоза на территорию страны. В список попали и креветки. Так что теперь на приморских прилавках лежат лишь беспозвоночные с пометками «Магадан», «Славянка», «Приморье». Импортной продукции, утверждают продавцы, уже почти нет. Но негативными такие изменения они не считают. Санкции ввели, так импортная не стала. В основном работаем с прямыми производителями. С нашими приморскими поставщиками работать удобнее и лучше. То есть у них и цены ниже, чем импортные, и как бы и качество. Ну или пока не довезли где-то откуда-то, или тут же везут парное. Но это аукнулось ростом цен. Теперь креветку дешевле 400-500 рублей на прилавках не найти. Только за последний месяц цена выросла на 10-15 рублей. Специалисты утверждают, в пределах нормы. Креветка – это валютный объект для приморских рыбаков. И поэтому цена, она зависит от конъюнктуры мирового рынка. Если на мировом рынке цена будет подрастать, ну, рыбаки, соответственно, будут ориентироваться по этой ситуации. Отличается по цене лишь некрупная креветка с необычным названием «углохвостая». Она по размеру меньше, чем популярные «северная» или «гребенчатая». Но что важнее, нисколько не уступает по вкусу. Кроме того, в отличие от импортной, она не во льду, а значит, покупатель не переплачивает лишнее за воду. Этот продукт появился на рынке недавно. Рыбаки несколько лет назад уже пытались продавать углохвостую креветку, но она не выдержала конкуренции. А теперь в условиях так называемого эмбарго она получила второй шанс. У нас примерный объем 100-200 тонн на первое время. Качество очень хорошее у нее. Креветка сочная, вкусная, совсем не похожа на импортную. Оптовая цена на креветку 160-150 рублей. Ну, в рознице, соответственно, она стоит рублей 200-250. Углохвостую креветку почти не добывали, поэтому она в обилии водится в трех основных подзонах. Западно-Беринговоморской, Североохотской и, конечно, Приморской. Такая же ситуация и с мелкими видами северной креветки. Так что эти запасы помогут заменить значительную долю импорта. При интенсификации промысла вот этих двух видах в трех подзонах, в принципе, вполне значимая часть импорта может быть, если не весь импорт, то, по крайней мере, значимая часть импорта может быть замещена ими. Кроме того, планируется распределение дополнительных объемов квот на крупные виды креветок. Что же касается мелких, пока объем вылова и продаж невелик, так как они не пользуются большим спросом. Но со временем, уверены рыбаки, за счет своих характеристик этот продукт может стать массовым. Дарья Орлова, Александр Малыгин, Максим Малыгин. Панорама.